Шутить 1 апреля банально. Для истинных юмористов Дни смеха круглый год. 2 апреля свою новую программу представили артисты студенческого театра имени Силикатчиков. Вообще День смеха для химтеховцев уже давно стал верной приметой концерта СТСа. 1 апреля у коллектива день рождения. В этом году уже 36-й раз Силикатчики выходят на вузовскую сцену с праздничным концертом. Сразу хочу предупредить, как обычно, что если кто-то шел на балет, в оперу или даже на КВН, не увидит ни того, ни другого, ни третьего. Потому что СТЭМ – это такой своеобразный студенческий юмор, воплощенный вот в форме, реализованной в форме театра эстрадных миниатюр. Всегда актуальны, но совершенно непредсказуемы. Главное правило СТСовцев – рассмешить зрителя мало. Нужно его удивить. Эпатировать публику у них получается лучше всего. Выступление коллектива началось, как всегда, неожиданно. Вот это поворот. Что-то пошло не так, по-моему. Слышь, ты еще на старости лет с дуба рухнул и не долетел? Лови меня! Я хочу тебя... с людьми пообщаться. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня там не вылез ничего. Чего у тебя там может вылезти? От страха. Тебе молчу. Скоро 65 уже, юбилей. Я смотрю... хотел вот тоже так креативненько появиться. Кстати, ветераны СТЭМа не покидают сцену долгие годы, выступая наравне с молодежью. Для СТСа связь времен и поколений – это, что называется, фишка. Коллектив всегда шутит на злобу дня, порой тонко и завуалированно, а иногда практически прямым текстом. Вот и нынешняя политическая обстановка в мире для них – еще один повод посмеяться. Дмитрий, я напоминаю, вы в прямом эфире СТВ. Расскажите нам, пожалуйста, об акциях протеста. Чего, собственно, хотят протестующие монголы? Протестующие монголы хотят вступления Монголии в Евросоюз. Подождите, но ведь у Монголии нет общей границы со странами Евросоюза. А дело в том, что они хотят вступить в Евросоюз через подземный ход, который, кстати, некоторые протестующие начали уже рыть. Елена! Я Николай. Буквально только что поступила информация, что министр обороны Монголии планирует использовать военно-воздушные силы. Так да, это? Да, это так! Они уже надувают дирижабль. И, кстати, министр военно-морского флота Монголии... Подождите, но ведь у Монголии нет ни моря, ни военно-морского флота. Но министр-то есть! Мы постоянно пытаемся затронуть актуальные темы, это как и политических, и как связано какими-то там общественностью. Вот. Но очень тяжело, как бы шутить, сами понимаете, тут сцена, люди, ректорат, все дела. В общем, все время как бы ходим по грани. Частенько к нам придираются с разными, скажем так, претензиями, то, что, мол, здесь можно было и полегче. Несмотря на жесткую вузовскую цензуру, миниатюры ребят более чем провокационные. Шутки на грани приличия и здравого смысла. Но эту тонкую грань ребята стараются не приступать. В общем, короче, мы на позиции. Давай, как я тебя учил. Сосредоточься и... Так. Ну что, попал? Попал. Коту прямо в хвост. Как он теперь в марте без хвоста? Все, все, готов, готов. А сейчас? Ай, слушай, сколько у нас в зале котов, оказывается. Прошло 2 часа. Прохожий номер 99. Прохожий номер 100. С юбилейчиком вас! Что ты творишь? Что творишь? Что здесь такого непонятного? Что сложного? Вот, все. Дом белый, клиент черный. Как можно не попасть, а? Да я дальтоник, они все зеленые для меня. Еще проще. Вон тот, темно-зеленый, с бананом. Каждое поколение силикатчиков привнесло в шутки что-то свое. Как результат, смешно абсолютно всем. 36 лет зрители смеются с ними и над ними. И в зале по-прежнему практически нет свободных мест. А разве это не лучший подарок на день рождения? Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.